Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Девчонки, попал мне в руки журнальчик Бурда. Не знаю, нам на английском языке свеженький. 3.11.2021. Третий номер. Третий номер по вязанию. 11 месяц, я так понимаю, 21 год. То есть свежий очок. Получила я его посмотреть. Я его, конечно же, верну. И вот видео как бы и для себя снимаю, чтобы не забыть, что там нам показывает. Чтобы осталось, потому что может что-то заинтересует. Ну и вам, я думаю, интересно, что новенького, свеженького нам предлагают. Кстати, детский вот есть журнал. Тоже можно было бы его купить. Если увижу, куплю обязательно. Но этот на английском языке. Я на чешском, может быть, и куплю просто ради интереса. Значит, вот смотрите, что сразу обратила внимание на первой странице. Вот сейчас я вяжу как раз этот капюшон. Вот такую вот пелеринку, но с капюшоном. Ну, у меня она будет покороче с капюшоном. Так, общая страница. Сейчас посмотрим, что у нас интересного здесь предлагают. Вы посмотрите вместе со мной, и потом мы решим, а вдруг мы чего-то хотим связать. Плохо, конечно, что читать невозможно, но ничего страшного. Кардиганчик ажурный, V-образный вырез, вот он. Ажурный узор. Кстати, здесь вот интересно сам вот этот вот V-образный вырез мне интересен. Вот. Шапочка простенькая, ну, с изюминкой. Во, кстати, мужской кардиган, реглан, узор простой, с капюшоном. Блю, надо будет купить, наверное, на чешском языке такой митенки с орнаментом. Вот простой кардиганчик, цельновязанная планка, обычно такой простой. Вот что-то подобное я видела, вот сохранила не такое именно, а именно подобное что-то. Ну, тут мне не нравится рука, вот смотрите, как сделан, как-то неаккуратно выглядит. Ну, может, фотография такая неудачная, это тоже, и торчит воротник. Может, пряжу неудачно выбрали. Еще один ажурный с аранами кардиганчик. Нет, это не кардиганчик, это пуловер. Интересненький. Да, достаточно интересные модели. Смотрите, длинный кардиган, широкая планка здесь, обвязка. Цельновязанная, смотрите, капюшон вместе с планкой. И карманы тут есть. Тоже интересная модель. Ну, обычный шарф резинкой. Это, я думаю, нам не интересно. Носочки. Шарф, похоже на крючок, но это спицы. Еще один кардиган. Да, и тут, кстати, тоже, смотрите, цельновязанный капюшон. Вот чисто технически мне интересно, как они это преподносят, как они преподают. Вот эта манишка, пелеринка. Кстати, много их сейчас и продается. В H&M я видела, и с молниями такие поменьше продаются. Так, далее у нас жилеточка, снудик простейший. Ну, довольно таки интересный как бы номер, я бы сказала. Ну, тут мне не нравится эта бабская моделька. Ну, тут классический кардиганчик гладью с карманами, мужской кардиганчик пуговицами, вточной рукав. Наверное, все-таки, если я найду. Кстати, вот такой вот какой-то джемпер я хотела связать платочной вязкой с цельновязанным воротником. Надо, наверное, будет, что вы скажете на это. Тоже он простенький, вижу. Бактус. Платок бактус. Вот интересно, смотрите, бабушкин квадрат и пошел шарф.
Вот это интересно бы было хотя бы разобрать. Вот видите, я же надо придется мне все-таки купить на чешском языке. Потому что есть технически, мне просто технически интересно, как они это выполняют. Может, есть чему поучиться. Вот кардиганчик тоже. Короткие и рельефные полосы. Рукав, смотрите, обратите внимание, что нет ни скоса рукава, и рукав ровный, ни оката рукава нет. И здесь вот шов некрасивый, смотрите. Скос сделан, некрасивый шов. Тоже английская. А вот здесь добавление, видите, планка какая. Вернее, убавление видно. А так технически тоже простой. Спущенный рукав без скоса и рукав без... спущенное плечо и рукав без, без отката. Без отката, чуть не сказала. Так, а тут у нас пятка. Ну, пятка у нас тут классическая. Так что, я думаю, это нам не интересно. Мы это знаем. Сумка крючком. Тоже обычная. Самая обычная. Тоже. Тут... Вот люблю я этот цвет, хоть ты тресни. И что бы ни было связано именно в этом цвете, я его люблю. Хороший джемперочек. Повязочка простейшая. Интересно, вот детской бы я купила. Зайду завтра, я буду в городе. Вот это мне нравится, девчонки. Вот именно в этой клеткой. И тоже бы я почитала, как именно выполнена у них клетка. Потому что, представляете, сколько здесь должно быть узлов. Три точки сложность. Вот эта вещь мне интересна, чисто тоже технически. Ну, это тоже, видите, они не заморачиваются. Сейчас мы пройдемся еще. Вот кофточка со скосом какова. Мне интересно вот здесь вот посмотреть у них. А здесь, видите, здесь скос есть. Просто пройдусь, здесь ровно, здесь есть скос ровно, смотрите, ровно. Здесь есть в шаре на воротнике. Тут реглан. Вот, тут есть схема, да, тут у нас завязываются, привязываются ниточки. Обычный жаккард. Нет, не ленивый, не ленивый. Здесь небольшой скос есть. В этой кофточке, смотрите, нет, все ровно, все ровно. Мужском, все, окат рукава. Здесь есть скос. Ну, в принципе, это есть скосы. А там кажется, что нету. Есть скосы. В некоторых моделях нет. Вот кофточка. Вот это вот. Блин, надо купить. Вот мне интересно, как они. Девчонки, а может есть у кого в электронном виде вот эти на русском языке журналы эти по вязанию? Пришлите мне, пожалуйста. Пусть старые, пусть новенькие, я посмотрю, как оно выполнено у них. Я, вы знаете, я никогда не покупала именно бурду. Вот почему-то я не покупала. Я так привыкла сама визуально. А теперь меня и заинтересовало вот принципы их построения выкройки. Я же говорю, девчоночки, если у кого-то есть, пришлите мне в Инстаграм, под видео есть ссылочки на мои соцсети, в Инстаграм или в Фейсбук, куда-то мне пошлите. Если есть, я не говорю про вот этот электронная версия, понятное дело, что этого не будет. Я говорю про, свяжем мы такой, девчонки, или не свяжем попетельно, как вы думаете? Хорошая вещица, интересная. Она не платочная, кстати, вязка, это изнаночная гладь. В общем, старенькие, может быть, какие-то. Просто мне интересно, как дизайнеры бурды видят эти, как бы, построения вот этих вот выкроек. Ничего особенного, ну и не совсем Г, потому что есть интересные вещи, да. Вот это интересно, просто технически тоже цельновязанный капюшон и планка. Вот такой вот свеженький, свежачок, журнальчик у нас бурда вязания. Это классная, конечно, вещица, но тут за счет цвета и ниток она эффектно выглядит. Вот, я надеюсь, я думаю, я вас ознакомила с новым журнальчиком, вам все понравилось.
Все. На сегодня все. Вот такой вот короткий обзорчик. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.